Блять, СБ, нахуй. Карим Абдул-Джабара не на... А тут же вообще, блядь, ну типа, можно мутить. Блядь, чё хочешь. Короче, я посчитал сегодня с карты, у меня 66 тела просто. Голохофа. Свари. Блядь. Сэф, свари. Свари. О, вот это нормально, блядь, нормально. О, видишь, Глори СВ, знакомый человек? Помнишь, ты вчера говорил, что это наш человек? Знакомый. Нет. Откуда я могу помнить, я же вчера бухал. Блядь. Горе свое. У меня допинг кончился, все, пиздец. Ой, это, бля, не ту кнопку, сука. Мишаня, красавчик. Это был пас. Погодь, Сабис, это ты хоть с нами играешь? Это что я подумал? Нет, это не я. Ебать, с кем мы запустили Хосич? Банный в рот. Он запустили, что происходит? Что, в друзьях типа у меня? Или он старший крю? Я еще думаю, какого хуя у нас СВ, блять, а не СГ. Мы же с СГ хотели. Че ты молчишь-то? И молчись, главное, вот жук. А я, в смысле, откуда он знает, что пароль 2222, блядь? А он в друзьях у кого-то, либо с крю. Блять, я забыл, что я его держу, этого орла. Я в крю не писал. Зачем писать? Он может зайти так, если увидит. Когда кто-то зайдет, он может так зайти. Блядь, точно. Ну ладно, тогда играйте, я отойду сейчас на секунду. Давай, на стриме. Да. Дима, налей пиво, пожалуйста, я тебя умоляю. Пиво. Дима, а мне пиво. Приходи, Мишань. Не, не хочу. То еще из подъезда выходить буду. Я Димону, кстати, рассказал, он не знал про эту историю. Да ладно. Да. Про первый раз ты знал? Про первый ты не знал. Знал про второй. А Миша про второй не знает. Ой, блядь. Ой, ёпт. Если кого-то надо трахнуть, за гаражами обращайтесь. Бля, хочу карту поменять, пиздуйте. Это где мы два блока на следующей игре поменять? Да что там, на атакующей стоят? Да у меня на скайхуке стоят они. Вот на таланте. Карим Абдул-Джабар же, ага. Же есть. Трёху Миха лупи. Трёху на центре. Да, нормально, чё, нормально. В следующий раз обязательно. Да нахуй. Бати медленный, конечно. Мне кажется, сейчас на этих персов, которые вот у меня, лучше выдают эти карты, чем у меня, которые есть. Ой. Зачем захотел на центр? Лучше бы мы играли, типа, СВС, ну, СВС, ГПГ. Мы бы побегали нормально быстро. А то я сейчас ему на СГ буду мешаться, на самом деле. Да, блядь, ну подстрахуй, братуху, подстрахуй. Блядь, почему вчера так все заебись пошло, нахуй? Че сегодня за хуй такая? Ну, сегодня люди разыгрались, сегодня другие люди играют. Я вообще не разыгрался нихуя. Вот она, трешечка качественная, мощная. А, получается, мы без коробок, блядь. А я в коробке, да? Вон он, что все дело. Да, по димоновской схеме, короче. Бать, мы сейчас выиграем, нахуй. Ой, ёпта, он промазал. Ну ладно, так выиграем. Я такого не прощаю, нахуй. Ладно, так выиграем, уговорили. Почему он промазал? Там ноумарк был. А, блядь! Блок лови. Хорош! Сука, я, блядь, нахуй, ёбаный бро. Блядь, ну куда ты отошёл, Горе, алло. Сука, подошёл и отошёл. Братан.
А там на горе. На горе который. Хорошо, ассист, блядь. Ебать он. ДД нажал. Заяц, о, блядь, недолёт. О, вот же, блядь, вот это дрочение, блядь. Да нормально, не мешай ему, пусть дрочит. 24 секунды, пусть дрочит. Пусть выиграет эту игру и спокойно пойдет отдыхать. Пока мы будем ждать нашего СГ. Да, я... СГ сейчас будет, да? Ну да. Это же горе, это же не наш. Ну, наш, но не наш. Ху, блиндик, блайндик, хуяйдик. Ой, Хоси, что ты творишь? Ля, какой мужчина, ля, вот это победулечка. Что дрочь? Элитный переворот вот. Просто. Важные две трешечки, супер подборчики и все нормально. Ох, ты же понимаешь. Даже. Живо. Добрый. Да, Карим Абдул-Джабара не наебёт. Вот, сейчас трансформ будет. Да. О, видишь? Блядь, у меня ебаная эта привычка нажимать на ебаные даблы. Ух ты, блядь. Ну это новые персы, видишь, непривычно мне, что они издалека начинают лейап свой. Блядь, не то нажал. Обосрався. Да блять. Вот нахуй прыгаешь, блять. Прыгает он там, блять. Хуярит. Раньше просто... Я до этого мяча пешком добежал. Хуярит. Это с первого ФСа привычка. Там баг такой был. О, хорош пас. Мяч только вылетает, нажимаешь сразу на С, и ты сразу его хватаешь. В первом фристайле. Да, когда еще диджет пакет был. Да, было весело. Видишь, человек в теме. Когда еще с фогеймовского лаунчера надо было запускаться. Да, 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 именно так. Бля, именно были так. Времена прям. Эх. Видишь, лови пас. Спасибо. Где открывайся на свои трех? Бля, не дошел, ну ёба... А, дошел, нормально. Бля, мне кажется, что Хосич сам не понимает, что творит, но, блядь, после того, что он что-то творит странное, он каждый раз выдает что-то интересное, так что... Я уже это, забил на то, что Хосич вечно какую-то жесть творит. Ой, блядь, трёхкин. Я хотел подбор сделать, блядь. Хосич и стандарты, это, блядь, типа, ну, не про меня. Не, Хосич и Хосич АМС, это не про Хосич. Это не про обычную игру. Ой, блядь, ты застилил. Ой, нормально, блядь. Ебать. Вот, ты Хосич, понимаешь, что я сейчас нажал вперед-влево и кнопку D, а перс у меня сделал, и финт, сука, сделал, и, блядь, после этого лейап сам сделал. Ну. Это было, блядь, все одно касание. Какого хуя он финт сделал вообще, я еще не понимаю. Да как он успел-то? Да он бы, кстати, чипаут мог бы не делать, он бы... И так бы накрыл, ой, поднял бы этот мяч. Блин, как они калят на своих СВ, фейкать эти броски. Ну, блин, знаете ли, у тебя тоже, знаете ли, не прекрасный персонаж, скажем так. Да ты ж то же самое, ты же это, как его, Кабернет, да? Да. Ну, так у тебя ж то же самое. Помоги, помоги, блин. Хорош. Ой, ебать, типа, инов я еще не мазал.
Давно я типы ныне мазал. Начинает это брать правого. Yeah. Тоже трешки докидает. Дазл, да. Дазл, блядь, Миша, понял? Ух ты! Да, молодец, Зига, красавец. Поставил на место этого выскочку, который да, полгода ладно. Стоит на месте. Как Хосич пиздит мечи, так у него спиздили сейчас. Нормально. Зачем она побежала? Типа, она сама. Я не понимаю, как после этого фигни, типа, нажимаешь, а оно... Джабстеп. Ну, он, наверное, закончился, или ты джабстеп отпустил, и он поэтому сделал это? Нет, я не отпускал. Не? Ну, там вроде пока А держишь, все норм. Ну вот, я держал А, и типа, все равно. Не знаю, я уже давно не помню, как это работает. Под кольца опять закинул. Я джабстепами вообще не пользовался. Ну да, я вчера так же, помнишь? Я ржал с этого, типа, ебать, я хуйню сделал. Так это фишка этого персонажа. Не знаю, далеко. Угол неправильно встал. Мама! А, ну да. А, да, ну не попал, конечно, в зеленый. Я обожаю эту игру вообще. Это нормально. Ой, не туда я кинул, сорян. Вот это вот я мой. Это мой косяк мой, сорян. Да ладно, все равно выиграли, короче. Не, ну понятно, просто, блядь, я сюда. Колоти! Все жду, когда, блядь, этот фристайл активируется. Ну, у Димона мама тоже там, она. Дракончик. Полный костюм дает 14 блока и 12 чего-то там еще мне. Капец. Я хочу себе полный красивый костюм. А, он подобрал. А это не полный? Вот этот полный, вот этот. Но он не красивый, да? Нет. Ну, он ебичный, реально. Ну, типа, я не стал ставить на свое свое. А, ты на СВ хочешь полный красивый костюм? Да, какой-нибудь. И что там? Полные есть, но мужские в основном. Мишку поставь туда, которого дают, он же нормальный. Посмотрим. Есть пол... Бля, ну я тут же нельзя ж передавать. Типа только между своими. О. У меня сейчас блока, знаете сколько? 270 блока. Да. Я убрал этот success и поставил свои старты карты, которые на стене. В смысле, зачем? Просто хочу попробовать. Там же 255 максимум. Я хочу, блять. А, у меня сейчас еще вот уёбт. Бля, это было рискованно. Я думаю, сейчас накроют, когда у меня начало я просто делать. Ты типа решил сделать по максу, как я делал со сраным спидом? У меня есть тоже старые карты. Я просто решил что-то сделать. Я здесь карты буду крутить, делать. У меня 700 прокруток есть. Видишь, в чем разница, блядь? У меня саксессы стоят, да, на этом персонаже? А типа я кидаю даже с одним саксессом меньше? Да, ставлю, бросаю. А у меня, типа, шанс такой же, как я еще, если бы у меня тут саксесс был. Сколько я тут? Ну, я танцую, короче. Типа, я не ебу, сколько их надо. 5? И на то, что? Наверное. Ну, на этот скайхук этот. А там двух достаточно должно быть. Да, не хватает. Да нихуя не достаточно. Не, если у тебя постшот прокачанный фул, то хватает двух. А, постшот под кольцом, да. Говорит. Эх, нет, обратно, блядь. Как соло стоять и не... Какие из-под кольца, правда? Да, блядь, учись. Это мощно. Знаешь, на что это было похоже? Это было похоже, как будто я в жизни, знаешь, кидал из-под кольца, а сам смотрел, как я проебался и не дал пас. А как это? Почему?
где блоки мои? Блок в блокнице, хлеб в хлебнице. Стой, СГ, почему ты стоишь всегда? Я даю пространство вам для движений. Нет, наоборот, ты в том углу стоишь, так и бегай в том же углу просто. Не стой на месте. Нельзя стоять на месте. Ты даешь для интерсепта. Нет, был бы он у него, я бы типа бегал, а у него нету. А вдруг знаешь, как бывает, типа стоишь на месте, а он прилетает в перса и такой, он перест... Ебать ты. Мишань, лови, это я, блядь. Пережал. Окей, ладно, это для тебя. Это ты типа пил и от кайфа на Д нажал, не, да? Не, не пил. Блядь, мне просто смски тут какие-то прилетают. Типа ты в чем, да? Такие смски. ПФ средний. Я один. Окей, давай на, кидай три. Я думал, у меня зависло, все так АФК встали. Все смотрят, как мяч летит. Прыгает. Я думал, зависло. Да сколько у него там сакиса там, чтоб под него прыгать на... Хуй знает. Минимум а, это 3. Не... Это нет, там 4, от 3 не будет так. Как минимум 3, я сказал. У меня 3 сейчас, у меня не будет желтого. У него как минимум 3, понимаешь, в чем прикол? Бля, меня затолкали прям. Тут прям просрал подбор. Прям нормально так. От души. Он кидается еще. Кстати, третий блайнд так легко блочится. Мне его так блочит, пиздец. Просто от души. Ооо, Осич, хуя себе. Осич, сука! Я специально это... Специально... Ой, куда он бегает? Куда этот маленький пиздюк бегает? Посмотрите на него. Сука, два раза, блядь, на треху не открылся. Два раза! Я, сука, спецом спиной поворачиваю, чтобы дать Хосичу, когда он ко мне придет стилить. А этот бегает, сука, под кольцом. О, блядь. Я не бегал под кольцом. Ты два раза, сука, со средней получил мяч. Вместо того, чтобы на трехе это получить. И первый раз ты бы явно забил. Вот я сейчас бы забил. Блять. Ну, у меня ДС-а нету, сори. В следующий раз открывайся, Хосич, я тебе верю. Нету, Мишаня? Не. Блять. Успею. Прикрой. Смена. Омана. Я уже, блин. Я уже не хочу. Ну вот, команда задротов. Да ладно, нормально. Где команда задротов? Где кто? Я таки не знаю, хочешь забить трех им в лицо нах. Чтобы они охуели просто от этой трёхи. Ааа, изи. Нормально, кстати, прикольно.